Опа, отлично. Сито против Фокингс. Это второй четвертьфинал Еврокапа. Если я не ошибаюсь, 25-го, по-моему. Да. С вами Форс Юджио. Только что подошел Зарин, зашел за Сито. Но надеемся, что игра получится, ну, как минимум, интересной, потому что, мне кажется, все-таки фаворит здесь известен. Покажем составы. Вижен, Крыса, Спарти и ДК играют за Red Team, то бишь за Королей. И за Сито играют Димитрий, Зарингс и ребятки из Британии. Q50 и второго я, к сожалению, не успел прочитать. Да и Медикса опять. Хороший игрок. Он в прошлой официальной игре за Сито показал себя весьма достойно. Вот, сыграл лучше итальянских своих коллег. Состав у Фокингс, конечно, такой, ну, подуставший, прямо скажем, потому что с партии Крыса это постоянный состав, да, ДК тоже старый игрок, но он вечно инактиве, вот, последние полгода так точно. Ну и Vision, он просто, как мы уже говорили, он просто слабее тиммейтов. Поэтому фаворитом мне все-таки видится здесь Сито. Я думаю, я так думаю, что будет 2-0. То есть Сито выиграют 2-0? Да. Вот прекрати. Вот 2-0 выиграют Фокингс. Ну, вот то, что ты спрогнозировал победу Фокингс 2-0, это как раз явно тоже подтверждает мой прогноз. Делает я просто так, не верю. Не, ну, правда. Да прекрати. Сито очень такие сильные ребята, что ли? Прям да, такие мега сильные, и типа сильнее Крысы с партии. Ну, Vision, ладно, Vision это как бы. Ну, а ДК что? Ну, тоже, да, так. Прохладный, да, он, товарищ, по-моему? Да он просто и в лучшие годы там, ну, не был каким-то суперстар, топ игроком там и так далее, да. В нашей понятно, да, чувак заходит в Quake там раз в месяц, поэтому Сито в своей группе заняли второе место, вот они проиграли кому, пропустили только Нео, у которых там состав кнопки Нео сам, там да, это очень ребята серьезные, поэтому там палец в рот не клади, вообще ничего другого тоже в рот не клади. Вот. Поэтому за, ну, по группе они себя показали супер вообще надежно. Они обыграли Скиллс. Да. А это уже о чем-то говорит по нашим нынешним временам. Вот. Ну, наверное, да, тогда я. Но в любом случае, мне кажется, что это не будет такое прям 2-0, как ты говоришь. Ну, мы это узнаем совсем скоро. КМ14, мне кажется, выиграет. Все-таки Фокингс. Победитель этой пары, кстати, надо отметить, выйдет на Action League. Ну что там, составы готовы, а то вроде как начинаем встречать уже. Ребятки в чате, всем привет. Всем привет еще раз, кто недавно подошел. Главное, чтоб не лагало, как вчера. А вчера не лагало, вчера у тебя лагало. Я посмотрел, дропов 0, поэтому... Ну, как бы да, лагало, видимо. Но только у тебя, к сожалению. И видишь, проблема такая, что экспанд опять лежит. Соответственно, трансляцию туда пускать нет смысла. Я просто делаю локальную запись для того, чтобы ее выложить потом. Но есть и хорошая новость. Нам выделили супер аккаунт на Твиче. Теперь там можно 720p качество менять там на 360, на 240. Я подумываю, что может быть, если основа в ближайшие дни не заработает, просто туда пускать 720p трансляцию, чтобы люди, по крайней мере, могли наслаждаться высоким качеством и так далее. Но не сегодня. Потому что там еще надо тестить, там еще надо смотреть, что там с битрейтом. Слушай, сам факт радует вообще, угу, наличие такой возможности, то есть менять битрейт, если у тебя лагает на одном, можно, ну, то есть качество стрима, можно сменить, попробовать другое. Мы растем. Порой, да, порой, когда ты вообще смотришь некоторые игры, абсолютно плевать на качество. Я вот, например, наблюдая за некоторыми матчами, там, например, на International втором, это по Dota 2, чем
там следил за некоторыми трансляциями. Ну, мне было абсолютно пофиг, что там 720 на 720. Я просто врубал там 360 или как-то так, если мне лагало, не обламывался. Слушал, что там люди говорят. Ладно, неважно, это все как-то лесом идет. Сейчас мы будем смотреть первую карту DM14, которую выбрали Four Kings. Начинаем мы смотреть от Спарси, если ты не помнишь. Я говорил о том, что вот это пятый номер. Да-да-да, у меня Спарси. Ну и все тогда, отлично. Вот, видишь. С респауном, кстати, ему неплохо так повезло. Он подобрал ракету и смог сделать два фрага. Правда, красные энами украл, но там же он с ним и умер. По Кингс вообще сделали максимум, что могли на этом красном арморе, только прыгнул с партии за ракетками. Зачем-то выпрыгивает обратно. Хотя смотри, убил. Если сумасшедший фраг такой. Как рукой он ракету это забросил и повара бы. Сразу же пуп 50 падает на Battlefield. Ну что, тут здесь обороняться будет вообще без проблем, потому что у Q50 есть Railgun. Пытается хоть что-то сделать, но удается им там развлекать Battlefield, да, чтобы хват вышел. Ну, по-моему, ДК не сможет издеваться. Красный подобрал, он пока по лестнице здесь зайдет, но придет. Ой-ой-ой. Ладно, глянь, сбрили. Ну, на квад, я думаю, не будем переключаться, там времени мало осталось его искать. Тем более, да, вот он умер. Только что умер. Битва за красную. Ой. Не засчитала Рейл. Много-много разменов. Неясно, пока кто останется в выигрыше в результате. Начинаются уже проблемы с оружием. Много народа с пулеметами. Похоже, Фокин установили свое преимущество здесь на красном. ДК, правда, может умереть от Зайренса, но шафт, который есть у Криштопа. Значительно. Победа. Да, вот сейчас надо... Ой, какой угол хороший. Ты посмотри, крыса выбрала. Идеально просто. Шафт. Гранаты. Бабатки. Мы теперь так называем. Ты не в курсе, да? Приходил как-то Бейз на трансляцию, и я слушаю, как он комментирует. Ну, просто там, знаешь, он там вел свой монолог. И он что-то там про бабатки. Я ему говорю, что такое бабатки? И вот это теперь новое модное слово. Ну, как скажешь. Ну да ладно, это я так. Тебе... Нам не впервые заметать терминологию. Это я тебе облом. А, без красного пока что... Да, прекратилась война на красном в какой-то веке. Можно увидеть спокойную, размеренную тактическую игру на DM14. Ну, как правило, она здесь такой и бывает, только кроме моментов, когда атака Редарма идет. Кроме моментов, когда одна из команд контролирует Редармор и еще Рейлган, к тому же, там, да, или там, Рейлган, шафт и Рейл... Вижен 120. А у тебя Вижен? У меня просто Димитрий с квадом. А у меня Вижен. Умирает. Переключаюсь на Вижена. Да, он там еще фраг сделал, кстати. Пока всего два фрага на этом батлсьюте, не так-то много, но важно-то то, что он здесь стоит и... И квад убил, кстати говоря. Да, он сделал минус квад, и теперь энеми знают, что БС на красном просто не пойдет. Да, тут, кстати, еще базукали. Угу. Очень резво они что-то начали по счету. Как для этой карты, я тебе хочу сказать, это вот слишком уж много. Ну, в начале было много разменов на красном, чуть, ну, в самом начале, и потом еще после первых поварапов там какая-то ерунда происходила, может быть, дальше меньше фрагов. Нужно, конечно, кому-то встать на шарды, вот будет этим Вижен заниматься, потому что пускать отсюда шафт, это очень опасно, вот слышит Вижен, как жужжит там шафтой энеми, аккуратненько подходит, вот, палится. Ну, 100 на 50, ну, уже 23 армора осталось, тем не менее, это вполне достаточно, чтобы довольно долго здесь удерживаться. Единственная опасность здесь представляют гранаты, которые могут просто закидываться от стены. Они имеют такое свойство, иногда прямо почему-то тебе в лицо попадать вот таким вот образом, кстати. Ну, они, да, довольно рандомно отскакивают. С порой, как бы, крайне тяжело предугадать, как эта граната рикошетом отскочит. Там, я думаю... второй, третий раз.
Человек, который вот в этом месте не съел лицом хоть раз гранату, он ДМ-14-то толком и не играл, значит, никогда. Вижен промахивается. А, нет, все-таки специально он оставил, да. Я думал, не заметил. Поверапы, поверапы. Насолили ребята из Фокинг Сна. Это... Ой, а что ж ты ж делаешь, ёжик? А там Дмитрий! И чуть не... Он сильно задержал крысу, вот если бы в этот момент квад оказался. У квада было бы достаточно времени, да, чтобы забраться. Ну вот сейчас уже квад просто в полной заднице. Да. Там уже не уйти было. Заримся. Ну и крыса, как всегда, вот у него с выбором позиции все хорошо. Он так стал, что в ту точку, где он находился, смотрят в последнюю очередь. То есть и спокойно сделал свои фраги. То есть неплохо. Кстати, поймал он энеми, подрейлил. И пытаются они, смотри, давить, то есть не давать еще и нижний желтый. Теперь энеми. То есть на красном закрепились и вот хотят лишить одного из двух желтых. Если удастся, это серьезно, конечно, повлияет. Такой великолепный рокет от крысы, кстати говоря. Да, классно. Вот он классно. Здесь он неплохо будет ставить, еще у него сотка армора, и вот, правда, вот этот рейл его сильно распаковывает, здесь он уже не сможет себя так комфортно чувствовать, если энеми прибежит, но вот эти ребята с автоматами, они для крысы вообще не страшные. Ать, ну что же ж ты ж не попал? Обидно. Такие были моменты, вот красивые мог бы фраги сделать крыса. Что, возвращается обратно через джампадик, да? Не-не-не, смотри, понизу заходит крыса. Знает он, что рестается нижний желтый, находит Q50, и сейчас он сворует нижний желтый, хорош. И это уже очень... должен быть знак для Сито, то, что ситуация начинает выходить из-под контроля. 150 на 50, получается, подборы по арморам у нас сейчас. И пережор, как бы, сумасшедший. То есть одна команда будет совсем нажрана, вторая... Смотри, вот смотри, крыса сейчас опоздает. Или не опоздает, он успевает. Какой рокет! Можно сейчас зажать квад в углу, не с той стороны, вот с этой, да, ага, но нет, не пускает. Красненькая, еще не зарезалась. Что творит крыса, я не понимаю. Просто Дедович сыграл этот рокет-джамп и супер-рокет. Что вытворяет вообще чех? Но он туда зря на красную упал, просто если бы квад посмелее был бы и вышел тут на позицию, он бы его не выпустил просто оттуда с лестницы. Насчитался, что ли, он скидывает Q50. Слушай, так-то 20 фрагов уже. Я надеюсь, Mercy Limit здесь галочкой так помечен. На всякий случай. Потому что, по-моему, Сито начинает очень жестко проигрывать эту карту. Неужели наступит день, когда твой прогноз сбудется? Да быть такого не может. Ну просто, ну чувак, ну это Фокингс, ну... Я не знаю, ты когда последний раз ТДМ играл или там за ТДМ сцены следил? Я когда следил? Ты когда следил, да. Потому что я не следил, наверное, месяц, может быть. Но я просто знаю, как бы, как играет Q50, как играет Зарингс и Димитрий. И я просто себе не могу в голове сопоставить, что вот команда из этих игроков может обыграть крысу из Спарти. Тем более, что Спарти он как бы начал тренироваться так к Дримхаку. Там дуэльки поигрывает, а им у него на уровне. А им у него всегда бешено. Но как ТДМ игрок, он... Вялый? Конечно. Во всех играх у него там команда его всегда выигрывает, у него 3 человека с плюс нетом, а у него постоянно минус 20, там антирекорды ставил, минус 30. То есть да, он дэмэдж, ну, наносит там на уровне со всеми, но принимает он решения зачастую неверные с точки зрения ТДМ, и поэтому умирает, ну, запредельно много. Редко его можно с хорошим. Я с тобой тоже соглашусь, что есть, конечно, крыса это просто на голову выше ТДМ игрок. То есть Спарти, он как бы вот он такой, вот он может как бы круто, да, вот Фопу очень любил так игроков оценивать. То есть есть игроки хорошие, есть плохие, а есть вот такие рандомные, да, которые могут взять и сыграть там невероятно хорошо, а могут и не попрет и просто насливают. ДК забирает Battlesuit. Сразу же, слушай, Акват-то лежит. Ой-ой-ой-ой. Но ждут просто ребята, чтобы закончился БС.
и зная, что БСа на карте нету, тогда только они ворвутся. Ну это как-то называется, чувак, это олычик. Потому что. А у них выбора нет. 30 фрагов разницы, и красные они видели пока только. Супер шаф на ДК просто входит, вынужден наступить. Как дерзко Дмитрий заходит. На мясо пускает своих тиммейтов. Слушай, Battlefield уже кончился, и поэтому Дмитрий со спокойной совестью. Ну вот она, тактическая. Составляющая просто. Да, да, да. 14 во всей красе. Но остается один вопрос. Если сейчас Сикту не удается занять позицию на красном, можно просто вот взять и выйти сразу. Да, потому что это ГГ, ВП. Я в таких ситуациях люблю вспоминать случай, вот как раз который происходил примерно год назад, как раз таки как тренировка перед... С командой перед летним Dreamhack'ом, да? Играли Risen Gaming против сборной, ну, сборной России, конечно, нельзя, наверное, называть. Деньги онлайн это были. Да. Команда Кулера, Джиба, Микиса и Эвила. Эвила. Да. Да. А, в общем, они неплохо начали DM14, там вроде красненькую забрали, что-то там начали даже делать. Но потом их выбили с красного армора, они там что-то... Где-то на 4 или на 6 минуте такую вот фигню сделали, скажем так, да. Позицию на красном не удержали, и потом они просто проиграли эту карту в 80 фрагов, если не больше. Ну, наверное, больше это гон. Ну вот около того там, да, 60 было, вот точно. Ну там. И только, из-за того, что они отдали. Их просто зажали на карте. Ничего не могли сделать. То есть великолепную игру показали Паз, Моктис, да. Да. Ребята, которые. Зив. Могут. Опа, опасная ситуация. Q50 сейчас принимает на грудь шафт весь. Да, может и не долететь, но определенный риск. Если бы никто бы не помешал, скажем так. Слушай, а что смотри, успевает наклад, у нас же дабл поворап. Ну, смогут ли ситы, не надо, вадухарю есть. Ай-яй-яй, дружище, что ж. Хотя, кстати, почему... Не самое плохое решение. Просто поворапы, они разное время, поэтому там можно. У него просто был неплохой стек, и до сих пор остается неплохой стек для того, чтобы реализовать этот вклад. Но вот ловит ракету жесточайшую просто. Не стоило, да, ее кушать. Не смог среагировать с парти. Его... Но я думаю, что у него кулдаун был просто. Он только-только выстрелил ракетой, и тут к нему залетают шотганом. Все, давай, до свидания. Что ему делать? Ничего. Поэтому... Просто не повезло. Ну слушай, помог сделать второй прыжок, видел Рокет там. Да, просто. Да. 50 ни в коем случае нельзя умирать, у него рейлган есть. Да. Был. Был. Да, но он его еще энами отдал. Видишь, жалуется. Да. Получается. Эльсу, ну еще одну хорош, Спарси! Вот все-таки за это я. Аим. Да, шведского игрока, что он может такие вещи просто делать. Ой-ой-ой. Ну, ему кстати, там... и Димитрий. По-моему, Спарти просто... Его судьба была предрешена. Ты посмотри, как сокращается счет. Да? Было 30 фрагов, уже 17. Какое чудо может сотворить вот дабл поверап. И похоже, что этот Алын, он... Ну, по крайней мере, себя оправдывает вот на данный момент. Да, и он спасает ситуацию, он как минимум он дает штамп. Потому что если бы они этого не сделали, то там вообще игра была бы Mercy Limit, все. Ну, да. А так у них появился реальный штамп. Пас, Спарти падает, ну неужели Battlefield опять? Но нет, забирает его ДК, сейчас все решится на квазе, который заспавнится через 10 секунд. Посмотри, какая позиция ужасная у Покинс, они все залетают снизу. У них у всех автоматы, и здесь есть шафт. То да и что-то даже еще обходят там как могут, но их просто принимают. Ужасно. Заметь, стоило мне упомянуть о том, что может сбыться твой прогноз впервые в жизни, что сразу ситы начинают творить, ты понимаешь? Они в ужас вообще пришли от этой перспективы. Пацаны Форс на Гудгейме сказал, что мы проиграем. Что мы должны просто, мы обязаны выиграть. Так, ну, все радужно пока у сита. Ой, это была граната. Это была... Я не знаю, что это было, но это был просто невероятно веселый выстрел в окно. 4 фрага разницы. Я таких камбэков на DM14, слушай, я даже вообще не припомню в этом году. Просто не вспомню. С 30 фрагов на DM14, ну, не знаю. Причем, знаешь, так спокойненько, как бы без каких-то там...
моральных сопретений, скажем так. Не углубляясь в высшие материи Квейка, Сито взяли и просто тащит их. Я просто не понимаю, как это... То есть я-то понимаю, как это происходило, но... Почему? Так давно такого не было. Это урок, на самом деле, всем. Один большой урок. Да. Просто вот на тему, что иногда все-таки риск, он оправдан. На тему все-таки, что говорил IDDQD, что Quake это не просто стрелялка, тут еще как бы надо немножко головой думать. Опасная ситуация, есть Railgun там энеми. Ой, Vision просто не увидел, что справа был энеми, он спрыгнул, начал шахнуть там за здравие, но не тут-то было. Допрыгивает весь партий, допрыгивает с первого раза, но вот сейчас уже есть небольшая проблема. Ну что ж, ёжик, Спарти. Зачем ему эта аптека? Ему надо было ее сразу брать, но он посмотри, сколько времени. Это просто смешно. Он бы легко добежал. Да, ему надо было сразу эту аптечку просто брать. То есть там не в том вопрос, что зачем. Ну вообще да, как бы зачем ему эта аптека, это тоже тот вариант, потому что он был с Battlesuit'ом, был армор. Ой-ой-ой. Зарин что-то оборзел совсем. Не, ну он убегал. У него не было вариантов просто других. Ладно, и так у нас крыса делает минус клад. Есть у него рейл, есть шафт, даже одна ракета. Кстати говоря, 45% рокет, 31 шафт, 59 рейл. Такие показатели. По точности у крысы к концу 15 минуты. Минус. Я тебе скажу, плюс 10 нет у него пока. Это лучший нет вообще, 11 даже. Это лучший нет вообще из всех игроков на сервере. Среди всех игроков. И 5000 дэмэджа. Для сравнения, у Вижена 3400. Ну, крыса не зря считается, как бы, самым... Ну, здесь, вот, по крайней мере, в этой игре, крыса самый опытный КДМ игрок. Ну да, и... для него ДМ-14 вообще. Я вот даже не помню, брал ли крыса какие-то там, делал ли он мега-квадраны там, или что такое, что-нибудь в этом духе. Потому что я, просто говоря, не помню. Ну, может, 1-2 вот он брал. Ну, я тоже так видел, проверил тогда сразу ракеткой. Чуйка у крысы работает, но там никого не было. 9 импрессивов, кстати, довольно нетипичная картина для этой карты. 9 импрессивов у крысы, да? Да, да. И это у него 60% рейл. Да. Причем он не каких-то там бомжей вокзальных раскидывает, а неплохих ребят. Мидл скилл игроков. Ох, ой, крыса, ой, помогли ему. Но Q50, слушай, Q50, по-моему, просто взял и тремя рокетами убил Battlesuit, нет? Вот лол пишет. Ну, я и говорю, то есть он там у крысы было около 60-70 кп, он просто съел три ракеты. Сито рокет вперед, да, подбирает Зайрин с пауэрап. Сможет. Посмотрим. Ворвется? Конечно ворвется. Это сейчас ключевой момент. Надо закрепить. Ой, как удачно, смотри, он зашел. Надо закрепить свою позицию на красном. Прыгай туда, конечно. Не стал. Ну что, Сито молодцы, все правильно сделали. Закрепили позицию на красном. Теперь здесь надо просто простоять 2,5 минуты. Не зафейлить с последними поврапами. И победа в кармане. Образцово показательный квадран от Сайдеса. 4 фрага, и самое главное, полностью обезопасил он зону Red Armor. Вообще сумасшедшая, вообще сумасшедшая игра. Я во-первых, куча красивейших ракет, куча красивейших фрагов вот на этой карте уже была. И просто нереальный камбэк, просто нереальный камбэк от Сито. Я не знаю, вот эта игра, ну, игра месяца точно, а то и, может, года. Ну, в этом году уже много чего успело произойти, и чемпионат Европы, если ты помнишь. Ну да, но так там что не там было тоже никаких были... таких вот, знаешь, да там стрелян. Был Джувенайл, который там пилил, там убивал по Дине. Не, Линкин. Линкин да. Был, да, Линкин был, поэтому. Но они всегда так. Ну это такие точечные моменты, а вот это вот именно, что касается тактической стороны Квейка. И все игры в целом. Они просто. Крыса, вообще, как он убил? Вот я не понимаю. Слушай, хороший рокет попал, он в Q50, но не хватило, к сожалению. Но вот крыса видно, потеет, вот изо всех сил потеет, но он, по-моему, не может.
Один ну, раунд. Ему надо тим. Все, друзья, это провал. 150 с батлсьютом, и ребята начинают впитывать. Забирает плюс, он умирает абсолютно сразу. Там без шансов. Это джиджи. Здесь уже никак не вытащить, потому что Q50 с батлсьютом. Со скиллом у него все нормально, он топ-1 в своей команде, плюс 7 нет. 5,7 дэмэджа нанес. Довольно стандартный, кстати, у нас финальный счет для этой карты, то есть это в районе 100 фрагов. Просто начали они уже слишком бодро. За первые 3 минуты сделали там по 30 фрагов. Я уж думал, тут вообще ДМ-20 устроил. Но нет, карта сыграна мега тактично, супер зрелищная игра. Я просто завидую тем людям, которые будут ее в записи потом смотреть, потому что такого в этом году они еще не видели. GG. Но форс 1-0. Не, ну как бы все можете уповать на то, что я прогнозы никогда правильно не даю. Ну кто же знал-то? Не, ну серьезно, Юджо. Ты когда увидел плюс 30? Я ж там даже сказал, что да. Короче, все понятно. Кстати говоря, 43 желтых... Нет, 43... Не, ну там приблизительно одинаковое количество скушали, ребята. Говорят, что Ситу выиграли у UFO Kings 2-0 на Champions League. Те же составы 5 дней назад, это пишет Куки. Окей. Но я бы все равно на UFO Kings поставил. Слушай, а у UFO Kings раз же... Вот, последний раз, по-моему, когда мы их с тобой видели вдвоем, я, по-моему, посерьезнее. В смысле, в составе? Да. Где сейчас Juvenile играет? В экшен? Juvenile нигде не играет. Уже полгода. Вот, погоди. Он с Зеракулом играет вообще в другую игру. В Шутмане? Или... Да, нет, да, и в Шутмане уже. Просто упал. Ну здесь вот, я думаю, все будет печально. У кого? Потому что чисто аимерная карта у UFO Kings. Ё-моё. Ну, ты Зайрин вспомнишь вообще, кто это такой? Ну да. Это Линкин, только итальянский. Это 15к дэмэджа, 30 импрессоров. Ну, тиммейты тут по стоку, по сколку. Нужно, чтобы на кладе помочь. Ну ладно, сейчас увидим, мало ли. Друг не потащит. Или еще что-нибудь случится. Да. Слушай, говорят еще такая. Если Force Usual пытается предсказать результат, то получается среднее 2-1. Да, я видел. Такое тоже бывает часто, что уж поделать. Это специфика наших профессиональных прогнозов. Они редко сбываются. Так, ладно. Мы со Спарти будем смотреть? Да, опять. Хороший рест. Ну, Зарин успел, кстати, нормально. Спарти ланут, да? 50 кп осталось, да. При том, что все так хорошо начиналось. Ну, просто кемперит он сейчас. Ну, не самое плохое решение, да. То есть идти куда-то опасно, потому что умрешь. А подождать какую-нибудь халяву очень много. Ну тут халява попалась зубастая с шотганом, и поэтому минус Спарти. Митикза еще поднимает спартанский рокет. Ой, какой ранний хват! Бежать, бежать, скорее, скорее, ракеткой контролечку попадать. Отлично. Удается, правда, Зарин сделать этот фраг. Вот так вот, Q50, нечего стоять. Я что-то не понял, зачем он это просто, да. Но очень пригодилась бы помощь англичанина сейчас на шахте, вот если бы он не убил бы его, согласись. Вот смотри, одна минута просто, плюс 10 фрагов сразу. Один фраг у Сита. В чем дело? Да, как-то странно. Там, конечно, Зарин с минусом. То есть было бы 2 фрага, но это не слишком улучшает ситуацию. Какое-то странное начало. Жалко, мы не видели просто всех респаунов, чтобы оценить по ходу ситуацию. Степень провала, да? Ну да, потому что Спарти, мы видели, забрал желтый рост. Если там кто-то забрал еще и красный рейлган, закономерно что-то. Все плохо у Сипта. Ничего удивительного в этом нет. Ну ладно, игра-то длинная.
Ну опять есть? Упускают, смотри, вторые, третьи, или первые, вторые, третьи, четвертые даже. Четвертые пушки, великолепный рост в Спарте. И также красноармейцы-то отдают. Плюс ко всему этому шаф успевают подбирать короли. Сейчас очередная красная броня должна заспавниться после нее аккуратно, секунд через 3-2. Заспавнится рейл. Плюс красный для пути. Супер хороший стрейф от крысы, минус 3. И будет ли минус 4 от крысы? Нет, не удается. Заринс. Кстати, Заринс тоже неплохо, смотри, падает. Ой, какой рокер. Ой-ой-ой, да, вот сейчас Заринс, наверное. Ранний квад у нас, это ключевой момент. Не-не-не, не отдадут, отдадут ситу, тут слишком много. Да ладно, ну неужели? Не, ну это мой прогноз. Да там просто перли ребята с шахтой, перли ребята еще там с дропом, я думал, там Зарин с 50 хп, там парень еще один с автоматом. Думал, их разложит быстро, но чего-то я, похоже, надо не посмотрел. Сайбезу. Бегом, бегом, да, так он и делает. Ну тут могут принять, надо аккуратненько. Вот он. ДК, поспеши, выходи, на самом деле. Теперь все становится значительно лучше у Сипа, потому что есть шафт, есть квад. Ой, как же ты Мигунь-то не видел, друг. Это провал. Заринкс, бедняжка, Мигу не заметил. Ну ничего, он ее слышал. По идее. По крайней мере, инфа должна. Шафт нужно передать тиммейтам. Там медик сделал экселент. Крыса-то, посмотри, заборзел как. Прям с рельсой. Но вот стоило это того, я не знаю, или нет. Вот так вот ворваться, забрать шафт и разменять там свою сотку арморов. Ну, у него там точно какой-то армор, потому что он там что-то очень много шотганов впитал. Знаешь, Заринс. Дуря момент, куда вот в руки Сайбезу попадет рейлган, например. Ну вот он попадает. И поехал. Он тут знает то, что сейчас мега лежит, но думает, наверное, что спаун там. Ох ты ж, нет, неприятный момент. Спарти выходит, надо спасать этот рейл. 10 хп остается. Выходит. Куда ж ты падаешь, бро? Куда? Зачем? Надо было же уходить на квад, там и аптечка. Да, не угадал он совсем, но есть у него на секунды точный тайминг на рейл, поэтому... Он его забирает, да. Хочется апельсину-то съесть, да, но сверху энеми. Здесь вот, да, было невозможно уже выжить под двумя машинганами. Опять не удается Зарингсу такую уверенную, да, позицию получить, чтобы взять вот рейл в руки и сказать, ну сейчас кто-то огребет. Нет, он просто берет рейл и там на него нападают сразу. А вот, похоже, первый результативный квадрат сейчас может быть на этой карте. Да, да. Ой, и четко рейл еще забирает кучу. Отлично. Ждет респы. Энами там не респался до последнего, но результате. Пришлось оставить он. Здесь он потенциально экселлен. Да. Это странно. Квадрат, да. Не поперло что-то. Очень странно это получилось. Там тимкил гранатой был. У нас гранаты сегодня вообще сумасшедшие. Вещи делают. 5 плюс рейлган, и 4 рейлгана подряд уже у Сипта. Это на ДМ-20. Ну, это верный путь провалу. Еще раз, я не понял. 4 рейлгана подряд Сипта забрали. А, ДМ-20 это путь к провалу для Хокинс, естественно. Ну да, да, да. Ну вот у Зарингса 2 хп и 80 армора. Представляешь, как обидно сейчас умереть с лесой? Ну нету аптечек на карте. Вот. Неплохо подождал. Ой, хорошо, забрал эту апельсинку, я с каким-то гейским акцентом это сказал, не знаю, как вышло. Ты заметил ли? Ты точно какие-то странные таблетки принимаешь. Я тебе говорю, я уже четвертый день не ем. Это прекращай, слушай. Ой, отдает рейлган. Ну, правда, не надолго. Слушай, прикольно разменялись. Оружие переходило 3 раза от одной к другой команде просто за 3 секунды. И ранний квад, посмотрим, кто владеет. По идее, Сипа должны забрать. Да, забрали, но сразу же минус поворот. Очень лад, конечно.
Люблю я смотреть квадраны вот в ДМ-20. Зачастую они получаются такими вот хоть в муле. Если нормально видео с респауном. Фарм хороший. Все. Ой, еще последний фраг, ну уже сможет попасть, жалко не попал. Но зато нашел апельсину, поэтому потенциально это еще парочка фрагов. Вот поразвивается у нас счет, кстати. Да, Себастьяну повезло, что у Дмитрия снизу не оказалось шотгана, а то получил бы он прямо самое неприятное место. Вот, вот это самый просто приятный угол, который есть на ДМ-20, вот этот. Чтобы рейлить, куда сейчас в парти попал. О, халява, халява Заринца, но не удается добить. 40 хп остается всего лишь у итальянца. Вынужден он бежать. Крис выбивает шафтой. Рейл снова находится в парте. Должен спавниться красный. Это предпоследний красный армор перед поварапом. Следующий желательно заделейть. Секунда так, ну хотя бы на 5, на 10. Проводил он шафтом там кого-то в добрый путь. Слушай, есть 130 армора, стоит крыса на шафте. Почему он ушел оттуда? А, мигу забрать. Ну что, вот красный сейчас. Я, мне кажется, крыса останется здесь и просто покопит стэк. Ну это было бы логично, то есть подождать и выдвинуться сразу на клад, послать сюда. 6 экселантов уже у чеха. Солидный результат. Стоит, не стоит туда лезть, не стоит. Хотя он скинул Дмитрия жестко. Я думал, тот окажет... шотган попал. Да, я думал, что Дмитрий окажет более серьезное сопротивление. Ты посмотри, какой мой рокет джамп какой. От крысы. Так делает глупую ошибку, он забирает поварап, когда у Криптопа там был стек и вапанбар, он 20 хп забрал зачем-то квад. Причем он так красиво туда пришел, ты видел? Двоих, да, вообще чудовищно. Двоих просто перепрыгнул рокетжампом и оказался в выгодной позиции. Вот как его поп не смотрим, да, вот все время он такие вещи... Какой-то провал, да? Нет, я имею в виду крысы, да-да-да, он такие вещи чудит, ну просто диву дает. Да. Вот такой чешский Миша. Ну да. Только, ну Фортун, он, по-моему, более тонкие вещи делает. То есть, вот крысы какие-то глобальные, там, взял там рокетджамп какой-то там. А 4-2-1 он просто невероятных ситуаций вперед как бы, да? Не, он бы, Миша бы взял гранату, зашел на клад, бил бы троих. Вот да, гранату. Вот это для Миши нормально, вот это нормально для Миши, а для крысы это там... Шотган убил там кого-то с рельсой, подхватил, крысы кого-то убил еще дальше, там, ну вот так вот. И спас там квад для своей команды. Как-то так. Миша отвлекает перчатку просто, заходит, режет квад и уходит. Такие вот вещи мы не раз уже видели. Там все в шоке. Причем стоит вся команда, она вам между ними проходит вальяжно. Запиливает квад и продвигается дальше. Чудеса, конечно, от Фортуна. Я думаю, если кто-то когда-то про него сделал, вот Quake Live Movie, знаешь, то есть вот, все его демки там, я не знаю, за последний год даже там пересмотрели ТДМ. Вот именно там, таких вот моментов. Да, там показать. Можно такое, просто такой контент набрать. Сумасшедший. Ну, это надо причем как бы с точки зрения анализа, то есть там карту смотреть и что вообще происходило на карте до и после. Как бы в контексте. Слушай, тот Заринц получил рейлган от своего же. Теперь он... Дмитрий без... Ох ты ж какой рейл! От Себастьяна. Да, фамилия, шикарный. Которого... Я не помню фамилию в Спарте. Сиера. Себастьян Сиера? Да. Ух ты. Хорошо, да, хорошо. Попал. Медица радует. Рокет паунтер. Даже просто, помнишь, там Рокет постоянно попадал на Дредфуле. Да у него и здесь аккуруси не очень-то и плохой с Рокета. 52, 31 шафт, 50 рейл. Включит нам когда-нибудь крысу. Крыса делает экселент. Да ладно, 3 фрага. Еще попал. Еще попал. Да ты глянь. Он до этого еще 2 фрага сделал. Прикинь. То есть он такой, он что-то там вообще делает невероятно.
50 рейл, 40 шат, 60 рокет, еще лучше аккуратно у него, чем... 11 экселантов. Нормально. 11 минут, 11 экселантов. Все справедливо, че. Да, этот парень явно что-то знает про Квейквай. Ну и с Мигой все хорошо. Слушай, посмотрю, кстати, по подборам. Красных поровну, по сути. Мегахелсы огромное преимущество, а у Хокин их набрали там на 15 штук больше. То есть по стеку они пережирают оппонентов. Но впереди-то по счету. То есть перестреливают, получается. Да мне кажется, просто не справляются вижу с ДК. Ну, так... не справляются. ДК, по крайней мере. Вижен, да, у него 3000 нанесенного демеджа, это слишком. Кстати говоря, у ДК сейчас клад, я постараюсь быстро на него переключиться, там, блядь, а, вот так. Ну что делает ДК, ну... со 100 хп, ты видел? Он не смог убить сквада на Сатгана, в порте, вот, да, у которого была, был машинган. Can't touch this. Ну вот. Поэтому, вот именно поэтому я и ни секунды не верил в то, что Хокин смогут эту игру выиграть. Ну, я имею в виду вот именно всю игру. Не одну карту, а. Потому что, ну, чувак, типа ДК, он в такой форме находится сейчас. Не будет он почти. А крыса со старте вдвоем тоже. Все-таки это 4 на 4 ТДМ и здесь. Один человек даже когда проседает, команде крайне тяжело приходится. А здесь сразу два человека, те, которых надо именно тащить. Shadow бы сказал якобы. Любит он это слово. Один хп у Заринца, нельзя просто умереть, отвлекает неплохо. Тиммейт дропает. Не пожалело, да, вот. Не, ну с одним-то хп. Не знаю, я бы закрытил. Я бы пошел бы искать аптечку для инвестиции. Ну ты, конечно, жмот. Смотри, вернули ему рейл, нормально. Видишь, дал краун, пандал, поносил. В этом находит отражение философский принцип. Все добро возвращается. Это точно. А вот дропы не всегда. Особенно если вы играете с форсом. Который только что сделал сенсационное просто признание. Второй рейл забирает Зарин, заходит, но его встречает крыса, нужно попасть в рейл, и попадает его итальянец вниз еще, это пятый импрессив, квад рейса и СДК впитывает. Ну, что кому? Ну, просто Сайда сделал все, для своей команды, просто на блюдо принес квад. Еще и оружие, то есть отдал, успел скинуть шафт. Бульдозер. Тащит. Тащит итальянец. Ать! Как? Уже было слишком. Слишком. Слишком было бы хорошо, если бы он еще этот рейл попал. Ну и так, я тебе скажу, сделано достаточно много, потому что за счет вот игры Сайдеза и даже такого короткого квадрана вот у 50 просто стал. Уже такой комфорт. То есть набрали они своих там плюс, я не знаю, плюс 7-8 шагов сколько. И теперь с отрывом 20 можно нормально себя уже чувствовать. Главное только квады там не отдавать совсем. И все, игра в кармане. Ну понятно, что легко сказать, не отдавать квады. Ладно, у нас останется только два квада до конца игры. Я думаю, в принципе, на предпоследнем кваде мы можем уже узнать победителя с высокой долей вероятности. Если Ситка заберут этот квад и смогут его там хоть как-то реализовать, то... Ну да, Хокинси, вопрос снимается сразу. Если они хотят выиграть эту карту, надо что-то делать прямо сейчас. Умрет ли Спарти? Мало хп. Умирает, рейл дарит. Ну, Вижен вот какое-то полезное действие совершил. Ну, на кваде, кстати говоря, Хокинсы уже стоят, и Вижен здесь рокетом не опускает.
смотреть. Ой, там как много заходит. Слушай, или Диза, у него 150 армора. Ну, по-моему, я уже знаю ответ на вопрос, кто выиграет. Сейчас надо срочно на Б. Срочно на Б. Да ладно, не сюда. Что-то есть сегодня в ударе, да? Ты вообще просто жжешь. Моя интуиция меня обманывает сегодня. Я знаю, есть такая передача, какая-то российская интуиция, там или что-то. Она, ты просто не представляешь, насколько она убогая. Ну, короче, туда тебе вообще нельзя ни в коем случае. Но тем не менее, последний квад у нас будет еще. То есть теоретически за 2,5 минуты, ну, можно сделать камбэк 25 фрагов на этой карте. Такие, но это надо просто так пропотеть, по-моему. Ну это надо прямо сейчас вот что-то такое. Что-то такое эпическое выдать. Просто эпическое. Разлогинивается просто ДК. И вместо него заходит. Слушай, ой, какие ракеты вообще сумасшедшие. Там телефраг даже был. Просто нужен какой-то пак оружия сейчас. В красной команде. Необходим, просто необходим. Но он по-прежнему шафту. Ребята с Ситто. И это приносит там какие-то фраги, можно даже размениваться. Вот еще и рельса есть, а это означает, что... Ну, инициатива полная. Да, ничего не получится. Чтобы такие камбэки делать, надо, ну, хотя бы там позицию выбрать, да, на шахте, чтобы шафт был, ракета, ОНами, автоматы, шотганы, все такое. У них и рейл, и шафты. Очень тяжело. Они продолжают, просто говоря, проще говоря, размениваться. И в результате этого никакого прироста во фрагах нет. А, там попадает Роял, да? Димитрий, ну, конечно, ничего это не изменит. Даже если клад прямо сейчас убьют. Пытаются кого-то найти. О, наконец-то пошли какие-то фраги. Последний фраг с этим квадом, да. 5 фрагов удается, по-моему. О, если бы попал еще в крокет. Это было бы, конечно, было бы, да, очень забавно. Сочно, сочно. Да, плюс 30 есть. Комфортно. Ты там что, а как начали-то, да? Да, 12-1 был счет. Ну это как бы ерунда на ДМ-20. Ну да, просто респы первые. Да. Ну что, здесь ГГ, 2-0. Победа Сита. Выходят они полуфинал, где встретятся с датско-шведским коллективом Action League. Вот это будет, кстати, я думаю, такая более равная игра, чем та, которую мы увидели сегодня. И будет круто. Надеюсь, мы сможем ее постримить, не пропустим. Но все-таки, да, вот Спарти что-то немножко поднял, так, минус 16. Так, у него тут крыс единственный, кто смог остаться в плюсе, причем довольно серьезным. Ну что ж, вот такая получилась игра. Стопай запись. Да, сейчас. Сейчас только загляну. Так. Ой, там кому-то бан надо выдать. Да, есть такое. Так. Да, хорошая игра получилась. Я не пожалел, что посмотрел. Красивые фраги, конечно, были. И моментов таких вот интересных было достаточно много. Круто, круто. Так, у нас там получается Неу против 102 полуфиналы. И... Сита против Action. Нео против 102. Да, интересно, а когда примерно по датам, ты не в курсе? Это Clanbase, старик. О боже, прости, как я мог вообще? Дата определяется в день игры.
Да. Ну ладно, постараемся тогда держать вас в курсе, друзья. Спасибо всем, кто смотрел. С вами были Юджио и Форсе. Надеемся, что вам понравилось. Всем пока. Да, счастливо.